Так, ребят, всем привет, с вами Тракерс по Европе. Сегодня мы запишем видео, как прописывать моды в ТМП. Также вот, смотрите, видите, тут все вот. Камера вместо зеркала. Ну, здесь зеркало бы навесено, но там камера. Также вот навигатор кастомный. Цвет салона полностью. Далее, вот внешний тюнинг. Ребят, это видно только вам. И как бы лучше не... Как бы накидывать много модов, потому что может вылетать, крашить, лагать и так далее. Как же, ребятки, дальше? Давайте продолжим сразу же. Начнем, нажмем на выход. Ну, типа, да, сохранение, все хорошо. Далее, тут, как бы, если в ТМП, то в ТМП заходите. Также вот на симулятор 1, к примеру. Здесь, смотрите, изменить профиль. Вот. Нажимаете. Вот, и использовать облако Steam. У вас стоит галочка, вы ее выключаете, у вас появляется такое менюшка, вы нажимаете окей, применить, все. Далее продолжить игру. Далее смотрите. Сейчас загрузка пройдет. Далее открываем настройки. Кнопки и клавиши. Опускаем в самый низ. И вот, находим вкладку «Другое», делаем быстрое сохранение «Скролл-лок». Ну, у кого-то «Скролл-лок», у кого-то там удобная кнопка. Извините, мне в Дискорде пишут. Далее, смотрите. Заходите, нажимаете «Скролл-лок». Это на клавиатуре либо на, прям так и написано «Скролл-лок», либо на клавиатуре написано «SL» английскими. Вот, видите, у вас сохранение все прошло, все хорошо. Далее, смотрите, переходим на рабочий стол. Вот у нас Discord. Вот. Например, скачивайте мод. Вот, к примеру, да, даже вот. Вот, скачу. Вот. Ну, типа, там скачать. У вас появится в загрузках, там будет архив. Вот такой вот архив. К примеру. А просто этот архив перекидывать вот эту вот папочку на рабочий стол. Далее программу я тоже скину в описании, которую я сейчас делаю. Вышла обновленная версия, но мне она не нравится. Я работаю вот именно на вот этой программе. Вот Project Alarm. Вот она выглядит так. Первые запуски ваши, она программа очень долго запускается, очень муторно запускается. Ну там буквально бывает от 20 секунд до 3 минут. Ну смотрите, вот взяли, например, потом вы. Также здесь можно вот прокачать свой аккаунт. Если у вас есть, вот выбираете там ваш профиль. Называйте обязательно Quick Save. Потому что Quick Save это ваше быстрое сохранение. Здесь можно прописать вот двигателя. Типа вот взять вот двигатель от там Scania 2009 года. Здесь выбираете, модель автомобиля. Здесь вы выбираете двигатель. На сколько лошадиных сил. Здесь также. Трансмиссию выбирайте от какой любой машины, вообще без разницы, какой вы хотите. Также вот здесь выбираете какую-нибудь коробку на 6 передач. Там с ретардером, не с ретардером и так далее. Вот где буковка R, это ретардер. Где без R, это без ретардера. Также здесь деньги можете прописать себе. Их, опыт. Давайте вернемся сразу, ну, к этому моду. Загружаете мод. Здесь тоже обязательно Quick Save. Выберите загруженный мод. Да, вот. Видите, раскрывается меню. Смотрите, у вас еще будет в начале требовать, короче, плагин поставить. Плагин, он будет у вас в комплекте. Вот он идет. Check Bypass, да? Вот этот вот. Он у вас будет. У вас откроется такое же меню. Вот такое же окошко. Снизу, смотрите сюда внимательно. Будет написано plugins. Вы туда вот этот плагин просто переносите, у вас все будет работать. Дальше тут, к примеру, вот Bumper Yellow Knight. Вот просто вот на саму папку тыкайте, в выбор папки. У вас тут все, если у вас все тут правильно прочиталось, все хорошо. Делаете установить мод. Все. Заходите в ETS-ку. Смотрите, вот заходите в ETS, далее делать сохранение, загрузиться на эту игру.
автоматическое сохранение. И вот самое последнее, быстрое сохранение обязательно, быстро, не автоматическое, вдруг у вас игра сама автоматически обновилась, а именно быстрое сохранение, которое вы делали. Там написано, наверное, быстрое сохранение. Все, нажимайте загрузить, у вас появится мод. В принципе, ничего сложного. Дискорд я ставлю на моды в описании. Спасибо за просмотр. Если какие-то есть вопросы, задавайте их в комментарии. И еще пишите, что вам рассказать. Можно рассказать, как ты кусь скамейку сделать насчет этих обвесов. Ну, это, в принципе, ничего сложного. Это просто мод из мастерской Стима. И все. Спасибо за просмотр. Да, удачного дня. До свидания.